Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой работал великим русским писателем и не мог отвлекаться от работы. Но когда его отвлекали, мог. Простите. Простите меня, граф, боже мой. Неужели я собственными глазами вижу величайшего писателя современности, титана мысли, гения словесности? Простите, простите, простите. Да, мадам. Мадмуазель. Мадмуазель. Простите. Что пишете, граф? Я пишу рассказы для детей. Рассказы для детей. Какая прелесть, боже мой, для детей. Почтите что-нибудь. Даша и Миша пошли в лес. Все. Как все? А дальше? Дальше что? А дальше? Дальше. Дальше уже не для детей. Граф, что вы позвали? Извините, просто Лёва. О, граф!